Кустанайская область входит в число неблагоприятных регионов по болезням системы кровообращения, которые, по словам медиков, из года в год молодеют. Низкая выявляемость и растущие показатели смертности не позволяют цифрам статистики быть радужными. Для того, чтобы работать над этой проблемой, в регионе функционируют кардиологические и инсультные центры, а также их структурные подразделения – кардиологическое и сердечно-сосудистое отделение. Болезни системы кровообращения актуальна на сегодняшний день тема заболеваемость, смертность в этой группе и летальность они дают в стационарах. В основном пациенты умирают от чего? От инфаркта и инсульта. Вот две крупные проблемы, которые нужно решать. На сегодняшний день в области есть несколько инсультных центров, есть несколько кардиологических центров. Большая часть пациентов и в самом тяжелом состоянии проходят через Кустанайскую областную больницу. Буквально две недели назад в Кустанае впервые провели операции по коррекции аортального и митрального клапанов сердца. Проблема стояла остро. В подобных операциях нуждается немало жителей области. Я хотел бы сказать, что эти операции больные, которым нужна такая операция, они могут больше не уезжать в Астану. Раньше многие больные уезжали в Астану, сейчас в этом году вообще могут теперь не уезжать. Эти операции могут получить очень качественно здесь у нас в городе. Таких операций врачи обещают проводить до 5 в неделю и до 20 в месяц. Это возможно благодаря качественному техническому оснащению больницы и укомплектованности кадрами. Кроме операций, в больнице внедряются и другие тактические и стратегические методики. Ведь при таких грозных заболеваниях, как инфаркт и инсульт, время играет решающую роль в спасении жизни человека и сохранности ее качества в дальнейшем. Мультидисциплинарный подход к пациентам в Кустанайской областной больнице начинается с приемного отделения. А это значит, что не один врач, а группа принимает решение о дальнейшей тактике лечения. Врачи говорят, они готовы и к принятию экстренных решений, и к внедрению новых операций, но при этом призывают кустанайцев не относиться равнодушно к своему здоровью. Лучше предупредить заболевание, чем его лечить. Поэтому я всех призываю для обследования, для плановых скринингов, для посещений терапевтов, для контроля своего веса, для контроля холестерина и липидов фракции и борьба с такими факторами риска, как курение, алкоголь, которые непосредственно влияют. Только за 5 месяцев этого года в Кустанайской областной больнице провели 158 операций по стентированию, 300 коронографий и установили 10 кардиостимуляторов. Эти цифры, уверены медики, заставят кустанайцев обратить внимание на свое здоровье. Хамза Нурпиисов, Яна Гала, РТН.